Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, друзья, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Flame RP. Это будет обзор серии, не знаю, правильно я прочитал или нет, потому что я знаю английский, но так себе. Версия 1.2 пишется у нас, модпак я установил, кстати, сир с бонусом, да, здесь есть бонус, но я думаю, в скором времени его уберут. Бонус здесь пишется 10 миллионов, хотя на самом деле 9 миллионов. Я думаю, разработчики, если сможет, профиксить вот эту дичь, потому что, ну, реально. И 9 уровень. Ну, 9 уровень, это правда. Меня сразу удивило местоположение спауна. Да, оно довольно-таки прикольное, кстати. Ну, давно не видел, чтобы здесь спавнилось. Кстати, вон у нас работа маршруток. Ну, давайте, у нас есть бонус, и посмотрим, что мы сможем себе позволить. Найти бабосики. Так, завести скутер. Так, нам нужно купить квартиру. Но квартира здесь, видите, как расположена. Вот, вот в таком положении, короче. Хотя, ну, этот бизнес, типа, какой-то. Давайте посмотрим. Да, это бизнес, но он уже куплен. Не знаю... Я думаю, если здесь покупать квартиры, значит, нам нужно тоже здесь купить. Судя по всему, дома здесь дорогие. Здесь бонус рассчитан на то, что вы не сможете сразу себе все купить. 350 тысяч? Блядь, без проблем вообще. Я готов. Так, давайте нажмем войти, да, открыть. Давайте посмотрим изначально интерьер. Меню дома, хэ-меню у нас... Извиняюсь, если будет шуму, потому что какие-то долбоебы музыку слушают громко, понимаете, да. Улучшение дома, так. Открыть-закрыть дом, гардероб, домашний счет, аптечки, улучшение дома. Так, данная функция разработки, окей. Хорошо, что это, кстати, пишется. Зарядить телефон можно, поселить жильцов можно даже. Ну, хз, это работает или нет? Ладно, так, стоп, назад, назад, назад. Мы еще не посмотрели полностью интерьер. Кстати, интерьер довольно-таки прикольный. Здесь у нас кухня. Потом здесь у нас параша, ну, туалет, то есть. Вот это мне коридорчик принравится. Так, телевизор. Блять. Я думал, там сзади корпуса, типа, нет. Там бы охуенно мне телек впарили. Так, и здесь у нас находится кровать. Так, ко мне кто-то тпхнулся. Давайте напишем «Здравствуйте». 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 Ух ты, бля. «Спасибо». Спасибо. Так, я пишу, что типа я только приехал в область и, блядь, мне бабок накидали. Блин, куда еще больше, так 9 миллионов бонус. Ладно. Удачи вам. Ладно, погнали, давайте посмотрим, что еще есть на сервере. Кстати, надо будет двери себе купить, блядь, а то дверей нету. Блин, не люблю, когда мешается, когда я снимаю, ну ладно. Так, давайте снова берем наш скутер. Да, берем скутер, короче, и направляемся в сторону, не знаю куда даже. Давайте, наверное, GPS пропишем. Основные места, получили лицензии, получили номеров, отделение полиции, автосалон города Южного. Салон бракосочетания, думаю, нам нужен автосалон. Этим мы, в принципе, и займемся. Так, немного нарушим, я думаю, ничего страшного. Сейчас поедем и купим себе машину. Кстати, здесь есть вот магазин одежды, потом его посетим. Так, маппинг. Там какая-то работа, кстати, есть, смотрите, грузчики или что-то типа такого. Давайте потом заценим. Но я думаю, здесь бонус такой. Я не думаю, что с бонусом здесь кто-то будет работать. Но все-таки заценить, я думаю, стоит. Кстати, пока стоял, смотрите, какие здесь мерсики охуенные, бля. Хераси тут, блядь, это администрация, типа, я так понял. Ладно, сейчас мы туда тоже заедем. Блин, много чего крутого, что я на других проектах не видел и хочется посмотреть. Так, я вообще наглый заехал сюда, короче. Здесь, видите, у нас даже метка отмечается, типа, автосалон. Так, советский, иномарки, мотосалон. Давайте, конечно же, иномарки. Так, интерфейс заменен. О, X5 нас встречает сразу. Кстати, интерфейс это довольно-таки приятный, но он не переведен, типа, ну... Хотя я и так думал, понятно? Так, самый дорогой у нас Rolls-Royce, 900 тысяч стоит. А, нет, есть тачка за... Прям 200. Так, гели. Кстати, модпак довольно-таки у них неплохой. Видите, у них здесь... Я не вижу, что написано. А, бля, я хрен знает. А, флэ... А, ну да. У них свои логотипы на номерах. Это довольно-таки круто. Так, Audi R7. Мне запало в душу. Так. А что тут у нас самое дорогое есть? Так, 6 миллионов. Уже хорошо. Так. Четырка. К4.
Q7, кстати, есть, блин. Вот Q7 я бы взял, кстати. Довольно-таки редкая машина. Так, Bentayga, по-моему, или как-то Bentayga она называется. Lamborghini Aventador. Ну, с ценами я бы, на самом деле, ним помудрил бы. Так, вот Mercedes, вот этот вот. X5. Ну, давайте я, наверное, Q7 возьму, потому что что-то я захотел себе Q7. Потому что довольно-таки редкая машина, какая встречается. Так, в белом цвете. Ну, давайте беленькую ее и купим, короче, покупаем. Так, первый слот. Все, Q7 у нас есть, окей. Так, заводим ее. Сразу у нас на таких дисочках. Так, а что фары? Фары работают, все хорошо. Так, давайте теперь заедем, посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, реально, тачка просто редкая, тем более Q7 мне, ну, мне нравится, честно, Audi я нормально отношусь, хотя больше люблю BMW. Но к Audi я тоже довольно-таки нормально отношусь. Так, давайте потихонечку так проедем. Вот здесь поворотники есть здесь или нету? Видимо, нету, ладно. Давайте в ИСТО заедем, вроде бы оно здесь есть. Так я понимаю, это аренда машин, вон у нас находится, кстати, прикольно так. Блин, ну прикольно сделали, кстати, довольно-таки круто, все. Так, ИСТО, давайте пропишем тюнинг. Тюнинг закрыт. Ну ладно, видимо, владелец ИСТО закрыл тюнинг. Ладно, так, здесь у нас ремонт. Ну хорошо, давайте посмотрим работу, какой хотел. ИМН номер. Давайте ответим. Связь с администрацией. Ну, было бы круто. Было бы круто. Номер. Давайте напишем. Блин, я пока напишу, блин, YouTube. YouTube. Кирилл Гейм. Не знаю, знают ли они меня, но я, в принципе, напишу так. Так, вот здесь находится какая-то работа. Я не знаю, какая, правда, ну, ладно. Так, мы предлагаем вам работу погрузчика. Во, ваша задача состоится в том, чтобы брать ящики со склада и перевозить на... Давайте выберем, так. Берем, вот, так, окей, окей, так. Все, погрузчик берем. Я такую доработу еще не видел, ну, именно в этом месте, ну, подобную работу видел на каком-то сервере, но не помню на каком, поэтому ладно. Так, ящик есть у нас, окей, так, блин, ну, крутая работа, кстати. 500 рублей, кстати, довольно-таки нехилая, ну, задом, кстати, удобнее ездить, вот довольно-таки, да, такой лайфхак, знаете, задом ездить. И, ну, блин, крутая работа, на самом деле, прям, блин, по кайфу. Ну, серьезно, блин, где вы такую работу видели? Я не видел. Вот было бы круто, если бы такую работу на Мазин, кстати, добавили. Было бы реально круто. Но, к сожалению, нет. Ее не добавят, я думаю. 500 рублей, кстати, за ящик довольно-таки нехило платят. Можно заработать нормальную сумму денег. Так, друзья, продолжаем. Давайте, оп. Ну, 500 рублей, да, платят. Думаю, и так понятно, короче. Поэтому мы... Ну, я думаю, не вряд ли вы будете работать. Ну, просто я решил показать, потому что я всегда показываю то, что мне интересно. Понимаете? Мне было интересно посмотреть работу. Вот я вам ее показал. Так, ремень надо пристегивать, кстати. Поэтому запомните. Так, поехали, короче, дальше. Посмотрим, что здесь еще есть на этом сервере. Кстати, за модпак могу смело поставить из 10 баллов 8. Модпак хороший у них, не спорю. Модпак хороший. Так, тут администратор мне пишет, типа, фикс-кар, но я же даже свою машину не припарковал, поэтому давайте припаркуем изначально свою машину. Так, я немного нарушу. Совсем чуть-чуть, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не хочу ее разбить просто, блин. Вот Audi реально кросс просто. Красотка, реально топчик. Так, давайте я припаркую ее, выложу из своего дома. Вот он у меня находится здесь. Мне нужно будет его платить в банке. Так, давайте парк пропишем. Парк. Вот, все, пишем теперь фикс-кар. Окей. Так, и чё? И чё? Ну, я так сделал, чё? Так, стоп. Фикс-кар. Что-то номера не появляются, я не знаю, может мне в квартиру зайти и выйти. Ч
Что-то я не вижу. Я не вижу, что они типа показываются. Выговор не стадай хуй. Да жестко, конечно, тут, ладно. Так, ну будем говорить, наверное, я перезайду, и номера, скорее всего, появятся, поэтому... Да, как-то так. Сейчас поедем, давайте купим мне скинец какой-то. И, может, какой-то бизнес сейчас поищем. Как раз там банк. Сейчас скин, потом в банк залетим. И дальше посмотрим. Сейчас объясню, что произошло. Меня забанили. Блять, ну пиздец. Меня, короче, забанили только что и разбанили. Я не понимаю, что за бред. Меня забанили, я перезашел, меня разбанили, и мне вот написали, извиняемся, выдам сейчас компенсацию. Блять, что за бред просто? Ну ладно, не будем в это углубляться. Видимо, возможно, меня перепутали. О, кстати, номера появились. Это круто. Поэтому топчик вообще. Так, поехали, короче, купим себе скин. Наконец-то. И в банк еще съездим. Бля, мне тут бабок накидали пиздец сколько. За компенсацию, типа, за то, что меня забанили случайно. Блять, 30 лямов. Что-то жестко. Так, тут какого-то админа сняли. Видимо, тот, что меня забанил. Так, короче, давайте отложим покупку скина. И поедем оплатим сейчас квартиру в первую очередь. И, возможно, купим новую машину, либо бизнес какой-то. Потому что денег у меня дохера, и их куда-то надо тратить. Поэтому сейчас будем что-то думать по этому поводу. Вот я приехал в банк, давайте зайдем. И оплатим нашу хату. Чтобы на нас не слетело. Хотя можно было за такие деньги, какие у нас есть, и купить что-то довольно-таки дорогое. Так, давайте положим 500 тысяч примерно, да? И под домашний счет 48 тысяч давайте закинем. Все. Да, все. Дом у нас оплачен. Не знаю, насколько там, 50 тысяч, типа. Ебать, что там взорвалось? Что-то взорвалось. Ну ладно, не будем обращать на это внимание. Давайте проедем еще. Я хотел посмотреть там, где крутые тачки стоят. Что там еще есть? А, и купим машину еще новую сейчас, может, какую-то. Потому что бабки есть, пацаны. Бабки есть, чтобы понимали. Ну, на серый я, возможно, буду играть. Не знаю, ну, скорее всего, да, потому что сервак прикольный. Только у меня почему-то лагает, но это, скорее всего, из-за того, что у меня модпак района стоит, Амазинга и так далее. Но у вас такого не должно быть. Вот если, думаю, даже здесь бонус убрать, то будет довольно-таки круто, потому что реально сервер прикольный. Много нового маппинга, необычного расположения и так далее. Это довольно-таки круто, я думаю, вы согласитесь. Да, я знаю, какой здесь мод взят за основу, но все же он переделанный. Думаю, тоже догадались, какой здесь мод взят за основу. Так. Б-комплект. А, это ФСБ. Чуваки, это ФСБ, оказывается. Я думал, это типа мэрия. Ну хотя, блядь, в мэрии черная машина, чё, блядь. Ладно, да, я чуть перепутал. Ну, все же, крутая, кстати, ФСБ у них крутое, блин. Все так про работу у них, все так классненько, серьезно, блин. Я бы. Бля, охуенно, чё. Охуенно, я вам скажу. Просто охуенно. Так, снова мы вернулись к автосалону. Салону, да. Именно салону. Надо именно так выговаривать. Так, кстати, здесь эстакады есть. Внутри, кстати, тоже прикольно, что именно автосалон находится в автосалоне, как, ну, в КРМП, типа там. Так, давайте, что-то из иномарок надо выбрать, короче. Только я не знаю, что. Ну, Rolls-Royce банально, блин. Какая тут самая дорогая машина вообще? 4 миллиона она стоит. Audi RS-K. Наверное, ее и купим, она скорее тут самая дорогая, я так понимаю, да? А, нет, 6 миллионов есть Камара. Ну, Камара, я не знаю, Камара, Камара. Хотя, блин, РС-ку брать тоже, у меня Камара никогда не было. Давайте возьмем самую дорогую машину здесь. 6 миллионов Камара. Желтую, либо... Блин, трудный выбор. Хотя можно и красную, и синюю, и белую, и серую. Я бы серую хотел какую-то. Вот такую темно-серенькую, да? Давайте купим ее такую, да. Так. Ага, блядь, купил нахуй. Донат. Донат. Ага, в пизду, да. Ничего такого у меня нету, поэтому, пацаны, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал IP, группа Модпак будет в описании. Заходите, кому понравился сервер. Всем пока-пока. I was from the city, she was from...
the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city, she was from the outside.